Шандалон. Там буквально сколько прошло, наверное? Ну, наверное, полчасика 40, мне ушло на то, чтобы нормально базы искать и бомбить их. Поначалу бомбить не получалось. Я долетал, херашил их, разбивался, все такое. Ну, плохо было, как говорится. Очень плохо было. Потом научился забирать полностью. Ну, по одной базе это такое себе. Куда мои кусты делись? Куда мои делись кусты? Какого хрена? Где мои кусты? Меня раздели. Меня просто раздели. Чего танчес? Профессор, приветствую, профессор. Да, визель. Ну, я гепард открываю. Поэтому страдаю на визельке пока что. Постратываю чуть-чуть. Чуточку. Так кто-то объезжает. Кто-то нас объезжает. Ты меня что, услышал, что ли? А как так-то? Я вроде это за стенкой был. Визелёк вроде такой громкий, мне кажется. Или громкий? В этом году выйдет фильм, так. Никого, да? Джейсон Вуртис против Майкла Майерса. Посмотрим, что за фильм получится. А сейчас я вот больше всех жду Дэдпула следующего. Там где Росомаха будет. Там пипец интересно. Очень интересно. А так больше с фильмов ничего не жду. Сидит здесь. Бэх, еще живая. Надо потом светануть чувачка, а не он кинуть. Я в окружении куча врагов. Походу меня заметил, что ли, я не понимаю. Все, его загасили. Раз очки раскустов, блин. Что будет продолжение Железного Человека? Да не будет, мне кажется. Они уже убили эту вселенную. Мне кажется, не будет продолжения.
Марвел все сдулись. У них последний вот этот фильм, и то их студия выкупила. Другая. Там что торчит? Любой. Май, без теплока справляюсь. Это у нас 160... Еще и самолетик. Слушай, на втором месте. Блин, а я его занят не пробью, да, никак? Конечно, попробовать смогу. Пипец, я его не пробью. Я его не пробью. Он только кусты сбил поверху. Блин, надо было стоять, знаешь, до конца, до талого. Я попёрся. 15 километров, блин, я не полечу. Попадание. Надо было стоять, но пока захватил бы, знаешь что, я потом пошел подзахватил бы опять базу грёбаную. Богах убили. Мой нормас. Воронил, блин. Я тогда очков больше получил. Ляха-муха. Что ты со мной делаешь, а? Пропал. Я не знаю, сколько до него. До хера, наверное. Это не может быть, что 800 до него. Это есть, наверное, километров 2, мне кажется, нет? Еще один летает, да что ты будешь делать? Все, сбили, поехали. Такие фильмы выкупил другая студия. Да, это да, какого? Ты ее, если не знаешь, инфу про то, что Росомаху и Дэдпула соединили, это две разные вселенные и две разные студии было. И получается то, что я, конечно, в этих фильмах не очень, конечно, разбираюсь, я больше понимаю. Хрен тебе. Две вселенные и какая-то студия выкупила чью-то. Или Марвел, то еще кого-то. Дисней, по-моему, Марвел выпускает теперь же, да? И вот Дэдпул у них будет первый такой 18+ фильм. Насколько я знаю. Ну, пушка целая, да? Да, пушка у него целая. Лайк и все. Ребят, подожмите лайки, или бы я чатик залагал. Чатик перезапустить. Ну, знаешь, вот как я запустился, и мне он пишет один лайк с лайком. Все. Всем
помощи, один танк, с другим я обосрался. Захват базы. Нормально, пойдет. На втором месте, блядь.